доброе утро. Вот. Всем доброе время суток. Пироги с утра. В дорожку. Вах, вах. Чах, мах, тух, тух, тух. Это сейчас у нас с капиздой и яйцом. С яйцом. Начинчик там. О, тут такая Юркина вкусняшка. Да, вот такая Юрбан, доброе утро, да. Череповецкий курортник. Да. А он вчера. Цветы-обсыватель. Слушай, он вчера как будто узнал это. Да? Конечно, и та, и то, тот узнали. Они уже все знают, где тут ее куст. Вот еще одна копательница пионов Чеза. Чеза. Да, Чез. Чеза. Ты устала? Чеза. 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 Чезка. Чеза. 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 Напел с утра. Чеза. Чез. Чез. Хоть то ради. Чуришь. О, видишь? И слушает. Да. Иди подраться. Чез за тебя будет драться. Чез. Чез. Сейчас, сейчас. Сиди в кустах. Нам цепочки прям. Собака, вот ей прям нравится, совсем послушная, совсем другая. Прям вообще классная собака. Прям цепочка, вот и все. Она прям послушная, спокойная, без всяких кипишек, как будто знает, что уже ничего не сделает. Цепочка уже 2 года висит здесь. Да. Чес. Ну, спой песню с утра. Чес. Поздоровайся. Мы давно встали. Чес. Решил снять на память. Едем мы домой. С Карелии. Все в порядке. Впереди много. О, свеклу нашла. Впереди много роликов разных. Видеосъемок, архива. Вот. Кому нравится смотреть этот. Карелию, природу, фотки, телеграм. Так могу предложить и сообществу, кто ютуб еще показывает что-то. Фотки посмотрите, а нет, рутуб, туруб, мутуб, туруб. О, бахтин. Че бахтин? Ну, не, масло бахтин. Че? Надо убавить? Я уже убавила. Ага. На гром раз и все. А то у меня подгорело немного. Ну эти, ладно, съедим. Да что съедим-то? Что же есть-то? Это не подгорело. А что? Просто немножко с корочкой. А что он тут подгорел? Ну чуть-чуть, это фигня. Просто, да, плитку я тебе отдаю, а ты... Тут видишь, прям, да, на самой... Может еще меньше сделать? Не? Угу. Надо лишь приноровиться к этим. Пирожки-то печки. Ну да, 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 какой газ. О, я тебе сделал прям. Горим. Карелы? Горим. А, горим, а эти карелы. Не скули. Воду перевернул, зараза. Пошла. Да, она не хотят, они, хотят. Собаки они вызывают на бой. Каир он ходит, как этот, по подиуму, блядь. Стройный, блядь, вызывает огонь на себя и на Чезу, вернее. Пироги с капусткою. Злодейские добыли в Мугните, Магните, в Плеханово, как он город-то, блядь, Плахово. Плеханово. Плеханово. Да. Злодейские купили, кочанчику пусть. Яйца были еще.
сытого. С поездки. Горят, да? Конечно. Я бы лучше там, наверное. Ну, есть что делать-то, блядь. Давай-ка я там буду. Да, да. Ну, доделаю сейчас. Ну, ладно, это, сидим. Что делать? Ты не этот очень... Я прям... Ну, я успокаивается, она, видишь, ей да надо успокоиться. Я прям могу минимально сделать. Прям минимум. Она очень жаркая. Очень жаркая. Вон, только положила, перевернула, уже все вынимать надо. Я так без сковородки не вижу. Вот, прям еле-еле. Юр, а? Отойди, я туда хочу прошу. Я сейчас масло поменяю. Сюда. Ну, хочешь, додел лучше на то и... Давай, нафиг, а то сейчас мы все испортим. Да, то время идет. Давай, это, блин. Куда? Нельзя. Фу. Горячее. Каюр, это не тебе. Не привык, попросил на этой. Она очень... Делал, сбил с панталыги. Вон какие получаются. Вкусные, хорошие пирожки. Ба! Корейская. Продолжается процесс слипания зады сладости с брусничкой. Повезу угощение племяннику, племяннице. Пришлось выпить вот эту красивую синюю бутылку, чтобы раскатать. Вот. Дед Мороз. Вот. Сейчас выпили, сейчас я поеду. Давай накладывай. Кто понимает шутки, тот понимает. Трезвый я боюсь ездить, а пьяный на самый раз. Ну так они писали раньше, я теперь их стебаюсь над ними. Самый раз. Да, говорит, Соловьев всегда за рулем пьяный. Ловите его. Да. Он говорит, всегда ездит пьян. Всегда. Когда вот эти всякие были, ага, больные темы. Ага. Осталось только смех. В итоге, в конце, от памяти. Пирожечина. Угу. Пойду сейчас тут с той стороны, да? Чего? Я клал трубу. С той или не с этой? С той, да? С этой. Она же так стояла, правильно? Да. А ты подходил с этой стороны. Так, так. Ловко, ловко туда подделала. Потом эти грибалочки. И все. А, ну тогда это сейчас я апрель эти двину. По сколько ложек кладешь ты? Губа не треснет, нахуй. Одну большую. А, ну да, две тут уж мало, вероятно, влезут. Не надо, чтобы подтекало. Все. С ягодкой. Самое сложное. С ягодой. Да. Придется запихивать. Лишнее убрать. Перебор. Дары природы. Тайги. Кто-то написал с Иркутска, говорит, у нас ягоды вообще типа, тоже нет. Ну что, это... Мы с тобой в любом... Ну, в любом случае где-то, ну, выдергиваем. Ну, да. С помощью вот этих загребалок мы вышли из положения. Нахуй. В следующий раз что, комбайн пригоним какой-нибудь?
Чтобы все спылесосил, всосал нас. Все, она сейчас запекет, а мы по чуть-чуть и выдвигаемся, да, через Тверь, Мерь, Пермь. Мы за дверь, баба в Тверь. Вкусняшка. Презент по приезду дам, всех угощу. Брусничка, пирожки, самое оптимальное, что можно угостить. Ну, остальное все в морозилочку. Да. Тяжело. А чё? Отпились от нас. Чё? Отпились, я говорю, вот так. Дай-ка фотку, извините. Чтоб не доказать, что сколько ложили. Сфоткай. Клали, вернее. Клали. На всех мы клали. Много, много ли клал-то? Так и ты. Ты ж клал. Ты клал. Я что-то разошлась-то на 25 рублей-то. Надюха. Надюха. Ага. Сейчас вот это масло-то у меня. И что, ты вернешься к этой горгоне? Не, я к Надюхе. Я к горгона отдельно, блядь. Надюха отдельно. Так. Что-то мы зайцы. Цитечно. А каюр уже в машине. Сейчас мне надо найти трубу от этого. От самовара. Самовар решили больше не брать. Как бы это. На него времени много уходит, но нет. И долго там в Карелии очень влажность большая. Домой. Через Устюжну. И этот. Так, мне надо будет найти. Что там морозилки-то наморозило. По приезду кинули. Минус 16. Нормально. Ябедка тут есть-то. Все закрыло мне. Как по старинке. Все как должно быть. Маме пни. Себе тоже один везу. Как будто дерево растет. И ветки там. И мама два попросила. О. Рога не забыть, блядь. Белые на. Долго лежали. Почти уже должны были мыши съесть. Так что вот так вот. Сегодня 8-е, 9-е. Понедельник. Какое 9-е? Мы находимся в город Череповец на даче. На даче у Татьяны в гостях. А, у Татьяны пен привез. То и колет на полу. А так сейчас он очень долго. Вот тоже красивое. Видите, как смолу брали. Черпали. Там все смолистое такое. А это сухостой. Валялся. Я всем сразу напилил в самом начале. А сюда будет красивый пенек. Все. Ладно. Всем, короче, ждите. Постепенно все буду по чуть показывать. Все дома, все живы, здоровы. То есть, ну еще дорога. Еще около 1000 верст. Еще один шаг. И я буду, должен быть дома. Вот. Так что надеюсь, сегодня вечером со стаей соединимся все. Все, всем пока.